Уже много лет ярмарка вакансий является подспорьем для соискателей и работодателей. На одной площадке собираются люди, жаждущие получить работу, и те, кто готов ее предложить. Ежегодно ярмарка вакансий проходит и в городском округе Щелково. Для счастья человеку нужно немногое, например, найти работу по душе. Именно для этого организуются такие ярмарки вакансий. Работу в Щелковском центре занятости населения предложили 10 работодателей, а также еще 3 центра занятости населения – Королевский, Ивантеевский и Фрязинский. Ярмарки вакансий у нас проводятся ежегодно и регулярно. Каждый год мы проводим 5 ярмарок вакансий основных, крупных так называемых, и можем провести мини-ярмарки для работодателей, которые приходят к нам и просят набрать штат срочно. Такие ярмарки мы тоже проводим. Мы участвуем уже не первый год, всегда плодотворно. Наше предприятие сейчас очень сильно расширяется, у нас строится новый цех. Почти что все вакансии, которые у нас представлены, практически все не на замену кого-то уволенного, все вакансии на расширение штата. Участие в ярмарке может принять не только человек, состоящий на учете в центре занятости, но и любой житель, который находится в поиске работы. Екатерина Сысенко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».